Уже достаточно долго в стране обсуждается перспектива перехода на 4-дневную рабочую неделю. И время показывает, что такой формат трудовой деятельности становится все привлекательнее для россиян. О плюсах и минусах этой инициативы и об отношении к ней тверичан расскажем в следующем материале выпуска. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, каждый второй россиянин поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России. Против этой перспективы выступило лишь 28% населения. Это самое низкое значение за последние 4 года. Причем молодежь больше поддерживает эту идею, чем люди среднего возраста. Мы узнали у жителей Твери, как они относятся к возможному переходу на 4-дневку, какие плюсы они видят в этом и на что бы они потратили лишний выходной день. Человек, работающий за 4 дня, может сделать всю работу, которую делали за 5 дней. Нет, наверное. Лучше 5-дневка. Может, от того, что я привыкла. Я раньше вообще работала в советское время. И ничего. Я просто люблю работать. Если заработная плата будет та же. Например, работаю я 5 дней, получаю 5 тысяч. Работаю 4 дня, получаю 4 тысячи. Но это сугубо каждого выбор. Но отдыхать я люблю больше, чем работать. Я не знаю, полезно, но, может быть, для семьи было бы лучше. Человек для себя полезно много сделает. Займется своим здоровьем, займется своими делами, творческими делами. Особенно это хорошо для творческих людей. Так что я за. Можно больше проводить времени с семьей, друзьями, гулять можно больше. Кто бы что ни говорил, но нам трудно пока представить 4-дневную рабочую неделю в России. Кроме того, есть множество профессий, которые не смогут поддерживать рабочий ритм в условиях короткой недели. Это учителя, продавцы, врачи скорой помощи, многие сотрудники правоохранительных органов и другие подобные специалисты. Однако, глядя на опыт некоторых других стран, можно даже немного позавидовать. Например, в привычку жителя Италии вошел послеобеденный отдых – сиеста, длящийся в течение 3 часов. В это время вся деятельность местного населения приостанавливается – а во Франции работают 5 дней в неделю по 7 часов, и это считается слишком большой цифрой. Профсоюзы страны регулярно поднимают вопрос об установлении 6-часового рабочего дня или 4-дневной рабочей недели. Считается, что меньше всего работают в Нидерландах. Там 4-дневка по 7 часов в день. В любом случае, у всего есть плюсы и минусы. Не обязательно, что в условиях 4-дневной рабочей недели будет легче. Но 4-дневка точно даст возможность проводить больше времени с семьей и больше внимания уделять миру вокруг. Главное, чтобы граждане сумели организовать свой досуг с пользой.